Ну что, друзья, приветствую всех на канале Хаймком. И в этом ролике мы с вами разберем ситуацию по биткоину, по эфиру и какие дальнейшие вообще есть апдейты, да, с прошлого обзора, который я выкладывал, соответственно. Перед просмотром данного видео поставьте ролику лайк, подпишись на канал, потому что многие смотрят без подписки, значит они пропускают много полезной информации. Также подпишись на телеграм-канал, где много полезной информации, сделки, да, соответственно, которые есть актуальные. И если ты новичок в мире трейдинга, да, то предлагаю тебе пройти наставничество, которое поможет тебе разбираться в рынке, поможет тебе извлекать прибыль с рынка, понимать вообще, как он работает, да, соответственно, и уже заниматься вместе, практиковаться, потому что практика лучше, чем теория, просто, да, соответственно. Вот. Также я бесплатно даю сделки, да, в этом канале в Telegram, которые уже отработались многие, да, то есть вы можете это посмотреть на истории. Есть результат, да, есть факты, поэтому welcome, добро пожаловать, ссылка будет в описании. А теперь поехали к обзору. Что мы видим по биткоину? Мы застряли в таком вот канале в 47, да, 48 тысяч и 35. Промежуточный уровень у него 41 600. Что мы делаем? Смотрите, мы образовали такую проторговку. Лимитный игрок, да, здесь стоит покупатель. И, соответственно, вот эта коррекция, то есть спотовый ETF, который принимали, он уже все, он уже отыграл свое. И, соответственно, биткоин начинает падать, корректироваться. Что я ожидаю? Я ожидаю, что вот это все движение, они его закроют рано или поздно, да, то есть через коррекцию. Но что я ожидаю в ближайшее время? Это сбор ликвидности внизу и поход выше на, соответственно, задерг. То есть, что я ожидаю? Мы сейчас пробили этот уровень. Ниже него открываются шорт-позиции. Вот, шорт-позиции с целями там 35 тысяч, да, например. То есть, какие факторы на это указывают? Это дивергенция, да, соответственно, бычья, вот здесь вот она происходит. И, соответственно, назревание вот этой коррекции, которая может продлиться вот в район 35 тысяч. Что я ожидаю? Поход сюда и резкий откуп в район уже там 46 тысяч. Здесь, если мы не обновим этот хай, а сделаем вот такое вот движение, то, скорее всего, вот это все движение считается законченным, и мы будем уже, соответственно, либо флетить, либо падать к границе вот этого вот восходящего канала. И после чего, после пробития 35 уже, у нас ждет отметка 30, 28, а ниже 28 я жду биткоин по 20 тысяч. Это может быть, вполне может быть, и этого я не исключаю. Вот, то есть такой сценарий по биткоину. Я ожидаю импульс вниз, откуп и возврат обратно к 46. Вот, по эфиру у нас другая ситуация. Мы можем забуксовать где-то здесь, не сильно упасть. И потом также я жду на обновление все альты, которые у нас есть сейчас. То есть сейчас мы пока просто буксуем, ничего здесь не происходит. Вот, кто, соответственно, наблюдал за альтами, которые я давал, те могли заработать. Вот, допустим, Mint, да, я давал сценарий, вы могли заработать 40%, а на фьючах там с 10-м плечом, точнее 20%, а на фьючах с 10-м плечом это минимальный риск, это 200%. Вы могли заработать. Вот кто воспользовался рекомендацией. Если вы брали наставничество, да, у меня кто брал из ребят, те, соответственно, могут самостоятельно находить эти монеты, не ждать, пока там кто-то им скинет что-то, да, а сами влиять на свою жизнь. Вот, тем самым сценарии отрабатываются где-то там, соответственно, по стопам, да, где-то отрабатываются. То есть это рынок, мы работаем с вероятностью, но в нашу пользу тренд, например. Вот, соответственно, по эфиру вам рассказал, по битку рассказал, по капитализации тоже, смотрите, тоже мы буксуем. Пока стоит ожидать где-то вот февраля, начало февраля, пока никуда не лезть, ожидать коррекцию. Потом уже, если у вас есть свободные деньги, откупать вот это вот падение по рынку. Вот, на этом у меня все. Если ролик был полезен, ставь ролику лайк, подписывайся на канал и жду тебя, соответственно, уже в телеграм-канале, чтобы познавать новую информацию.